Друзья, вы на канале Horror Youth, и сегодня у нас 5 ночей со шлёпой, 3-я ночь. Итак, давайте начнем. Так, шлёпа уже на 7-й. Ну что, как тебе работка? Я должен рассказать тебе кое о чем. Это очень важно. Ты уже видел 5-ю комнату? 5-ю? Думаю, ты видел там маленький старый монитор в конце коридора. Да, он вот. Стоит там не просто так. Шучу, он стоит там просто так. Он вроде бы уже давно не работает, но как-то раз он включился. В этот момент на всех мониторах появился странный лысый кот. Через секунду он исчез, и все стало как прежде. Не бойся, я думаю, никакой мистики в этом нет. Скорее всего, кто-то над нами подшутил. Если ты тоже увидишь его, вырубай ноутбук и лампу. Я не знаю, зачем я это сказал. Наверное, просто чтобы ты думал, что будешь в безопасности, если выключишь их. Ну вот и все. На этом вся инструкция окончена. Удачи. Ладно, где шлёпа? Вот шлёпа. Так, теперь нам нужно полить еще и Бингуса. Ну а на 4-й ночи придется полить еще и Попкэта, по-моему. Уходи, шлёпа. Молодец. Угу. Так. Ага, он на 4-й. Фух, он на 3-й. Сидит на диване. Шлёпа уже на 7-й. Шлёпа, не трогай пельмени. Это не твои пельмени. Да, друзья, можете поставить лайк. Ведь так шлёпа точно не дотронется к вашим пельменям. Ну все, пройденная ночь. Но это еще не конец. Кстати, а где наш друг Фонгай? Почему он нам не звонит сегодня? О, шлёпа уже на 4-й. Угу. Опа! Бингус, Бингус пришел. Бингус, уходи. Молодец. Где шлёпа? Где все? Так. Фух, вот шлёпа. По Бингусу все тоже нормально. Шлёпа. Где он? Ладно, он на 3-й, нормально. Живем, друзья. Ой, вот теперь ненормально. Ладно, он на 4-й. Шлёпа на 2-й. Стоп. Ага, он на 3-й. Так. Он на 4-й. А тут Бингус. Друзья, хватит. Мы прошли 3-ю ночь, ну а в следующей серии пройдем еще и 4-ю. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Также заходите в описание, все ссылки будут там. Вы были на канале Horror.ru, друзья. Всем удачи и всем пока!